Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Что делать с теплицей или грядкой после сбора урожая томатов? Сегодня я расскажу о самых важных делах после того, как вы сорвали последний помидор. В первую очередь произведите утилизацию ботвы. Если оставить ее в теплице или на грядках, то высок риск развития болезней и инфекций, которые могут перейти как в землю, так и на конструкцию теплицы. Согласитесь, ботва томатов осени уже не та, что в июле. Она вся в болячках, и идеальным вариантом станет сжечь ее в бочке и собрать получившуюся золу. Больную ботву не нужно закладывать в компостную кучу. Важно позаботиться о земле и о теплице и обработать ее фунгицидами. Фунгицид – это вещество, которое отлично справляется с вредоносными грибками и бактериями, которые и остаются после уборки томатов. Лучше всего подавляет томатные бактерии медный купорос. Обработайте 4% раствором землю и теплицу изнутри. Также можно купить фунгицид похожего действия, например, абигопик, индиго или оксихум. Еще важным моментом станет восстановление плодородия, структуры почвы и внесение минеральных удобрений. Томаты активно вытягивают калий, фосфор и азот из земли. С осени я советую добавлять на грядку перегной, перепревший коровяк, торф и песок. Эти натуральные удобрения сделают почву плодородной и рыхлой. Из минеральных удобрений внесите суперфосфат из расчета 2 столовых ложки на 1 метр земли. Также калимагнезию 2 ложки и доломитовую муку для раскисления по 1 стакану на 1 квадратный метр. Если есть зола, то ее добавить в землю с осени просто прекрасно. И последним пунктом станет посев сидератов. Они не дадут сорнякам заполонить землю, разрыхлят грунт и после заделки в землю насытят огромным количеством питательных веществ. В первую очередь, конечно, азотом. Пойдет вика, люпин, редька масличная, горчица, фацелия. Когда сидераты подрастут до 20 сантиметров, скосите их и заделайте в землю. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!